представленных материалов уголовного дела следует, что с целью хищения денежных средств МУП «Водозабор», находясь в городе Зертище в Саратовской области, Орлянский, при содействии директора МУП «Водозабор» Сертакова, использовавшего свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, организовал заключение между МУП «Водозабор» арендатор и сестрой супруги Орлянского Кенс, арендодатель договоров аренды транспортных средств от 1 мая 2012 года и от 1 марта 2013 года, а также организовал заключение между МУП «Водозабор» и аффилированным с Орлянским юридическим лицом ООО «ЮКФ Агера» договоров оказания юридической помощи от 1 июля 2012 года и от 1 января 2013 года. И средства в общей сумме 2 миллиона 186 тысяч 612 рублей. В качестве оплаты, которую Орлянский в последующем незаконно обратил в свою пользу и распорядился им по своему усмотрению. Таким образом, в период с 1 августа 2012 года по 6 апреля 2015 года Орлянский при пособничестве директора МУП «Водозабор» Сертакова, использовавшего свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства МУП «Водозабор» в общей сумме 2 998 511 тысяч 70 копеек рублей, что является особо крупным размером. Мы же не торопимся, так понимаю? Нет.